Коли ви впихаєте, спуститесь, то подумайте зверху. Грязно, да, сыровато. Но оно как раз к соревнованиям подсохнет чуть-чуть. И будет нормально. Будет вообще идеально, потому что до этого пыль. Все сыпалось из колеса, было как песок. Ага. Все тонет, блин, вообще никакого держака. Все в пыли, все в грязи. А сейчас как раз вот смочило 3 дня для того, чтобы устоялось, и будет идеальный держак. Ты спустись и обратно попробуй заехать. Что вы хуйней занимаетесь? Не на Беларуси не напихали. Он туды. Давай ты, блядь, живее. Какое в нем сцепление тяжелое, я веду. Что снизу камни лежат, а, блядь, а ветки вот так опущены, блядь. И хочешь... Я ее раз в год чищу, ну как вот сейчас раз покажу свои. Просто здесь смысл в чем, что, ну, зимой это джиперы сейчас наковыряют здесь грязище, и мы вот по своим тропинкам, никто кроме нас там не есть, ну вот типа вот этой, да? Ага.
Живой? Это что было? Пласт? Я заснял. Что? Там пизданулся. Куда? Я заснял. Защита. Тогда лучше выше. Давай, еще дальше. Чуть-чуть голову назад. А тут? Не, ну как, блин, там вертикальная метро. Да, еще разок.
что, то просто, ну, нога слетела с тормоза, вы просто отпускаете сцепление. Зажигание прям выключите, потом включим. Не-не, нейтралку не надо. Леша! А? Просто зажигание выключи. Вы заглуши его. Заглуши. Я пытаюсь. Зажигание выключи. Пусть скорость стоит первая, а она у тебя как этот. Если что, ну, на сцепление, если нога слетела с заднего тормоза, то просто бросаем сцепление и, ну, дополнительный тормоз, как ручник. Ну, хорошо. Я просто на всякий случай. Просто, понимаешь, здесь вот, ну, на рабочем двигателе, если он тарахтит, то тебе вообще ничем не поможет бросить сцепление. Сейчас, занозу вытащу из перчатки. Блядь, эти ёбаные эти, как его, кусты нахуй. Блядь, эти ёбаные очки взяли, запотели в самый неподходящий момент. И я их снял.